Поэт и воин, человек-легенда, Муса Джалиль. Он организовал подпольные группы сопротивления в немецком плену и был казнен в застенках тюрьмы Плёцензее в далеком 44-м. Тетрадь стихов, спасенная его сокамерником по моабитской тюрьме, сделала имя Джалиля известным. После окончания войны моабитская тетрадь попала в руки Константину Симонову, и его статья о Мусе Джалиле рассказала о том, каким был путь поэта и борца с фашизмом. Джалилевские литературные чтения, состоявшиеся в Щелковском районном культурном комплексе, были посвящены этой важной для всех нас теме. Они назывались «Мир против фашизма». В этом году джалилевские литературные чтения проходят в рамках авторского проекта, который его организаторы обещают показать в более чем 30 городах России. Финал же планируется одновременно в Москве и Берлине. Проект объединил десятки музыкантов, поэтов, певцов и композиторов. Автором сценарного плана и главным участником поэтического концерта выступил поэт и композитор Стас Бакаев. Лично для меня это очень родное имя, поскольку я сам родился в городе Казани. И с именем Муса Джалиля, собственно говоря, была связана вся моя жизнь, потому что меня в детстве водили гулять памятнику Мусы Джалиля. Имя Мусы Джалиля для россиян разных поколений уже давно стало символом мужества и стойкости. На концертную программу пришли и школьники, и ветераны, и военнослужащие. Чувство патриотизма за свой народ, за свое отечество, за Россию. Понимаете, то, что так же, как мы, военнослужащие, несем честь своей страны, защитниками являемся своего отечества, своего народа. Ну, что я считаю, очень это знаменательные даты. Среди особо почетных участников программы зал встречал выступление скрипача, учащегося Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, правнука Мусы Джалиля Михаила Митрофанова Джалиля и его мамы Татьяны Малышевой, соответственно, внучки поэта. Вот сегодня мы приехали в Щелково, очень волнительно, очень приятно видеть, что столько много народу пришло на сегодняшний вечер, что помнят дедушку, что его знают, знают его поэзию. В общем, мы очень тронуты. Я думаю, что это большая ответственность для меня носить такую фамилию, большая честь. Проект «Мир против фашизма», рассказывающий о красивом человеке, оставившем нам свои стихи, будет продолжен. Он понесет по городам и весям тему мира без войны и тему памяти о тех, кто не вернулся с нее. Пожалуй, самой сильной и волнующей минутой этого литературного вечера была она – минута молчания. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».